Продажи российской фанеры в мире рухнули из-за Евросоюза. Ведомости сообщают, что продажи за рубежом под конец года упадут на 25-30%. В сравнении с 2021 годом речь идет и вовсе о двукратном падении. Главной причиной такой динамики стала потеря ключевых рынков российской фанеры, в первую очередь Евросоюза. Ранее на него приходилось 55% поставок, а еще 13-15% занимали США. Что интересно, экспорт в Соединенные Штаты продолжается и сейчас, но из-за введенной 50-процентной пошлины его объем радикально сократился. Ожидать выхода поставок на уровень 2021 года не приходится. В других регионах мира не столь востребована российская фанера. Там обходятся дешевой продукцией из других пород.